Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной трэш на моем аккаунте английского сервера. Мы сегодня апнем наконец-то 700к. Можно было, в принципе, это сделать еще вчера, но что-то я так в бравле заигрался и уже не захотел больше заходить в Castle Clash. В общем, у нас сегодня будет ап силы нестандартный. Для многих это будет ужас, конечно, то, что вы сейчас увидите, но... Мы это сделаем. Я докачал два здания, потому что мне не хватило камней. Я думал камнями, но пришлось все-таки открыть два здания. Они мне, в принципе, будут нужны, потому что проходить новую волну все сложнее и сложнее. Я все-таки бегаю без забора. У меня расстановка, в которой ничего не менялось на плане. То есть у меня нет забора, у меня чисто здания прокачанные. То еще даже не все. Там еще, по-моему, какие-то здания у меня остались. Сейчас я гляну. Да, одна мана и одна казарма. В общем, вот так вот. Ну что, начнем? Давайте начнем с роллинга. У нас будет сейчас роллинг. Интересный роллинг. К сожалению, только на китайке добавляют новые карточки. У нас нет, ну точнее, нового героя. Plant Warrior там добавили, я уже показывал. Здесь почему-то еще до сих пор не добавили, поэтому будем ролить вот таким вот образом. Сразу же нам падает Асурик. Не знаю, новый роллинг, честно говоря, вообще не впечатляет. Смотрите, одни Асурики падают. Анубис. Ну, в прошлый раз, когда я здесь ролил, выпала куча Анубисов. По сути, оно уже не надо, и можно было бы подождать что-то интересного, нового. Ну, тут и так все можно вытащить, купить. Так, ну чё, Архатка, Анубис. Ну, что-то в этот раз не падает так много героев. Вот Анубисы только одни целые. Так, Махатма. Фрейка выпала целая, еще одна фрейка, нифига себе. Вот Бугиман начал падать. В предыдущие разы он тоже не очень падал, но Огника мы таки не вытащили. Странно. Да. Неужто Огника порезали? Еще одна фрейка. Ну, некросы падают полным ходом. Да блин, что такое? Вообще, печаль. Хотя тут Огник, в принципе. От соотношения с другими серверами стоит вообще копейки. Так. Вольт? Не, нифига. А, вот, наконец-то 5 осколков целых упало на китайке по 10 давным-давно. Хотя бы вытащили. Так, ну посмотрим хотя бы, что нам упало. Так, стрелок Асура. Лазулю, кстати, я тоже не видел. Добавили, но падает, как видите, очень редко, хотя очень странно. Рандомчик вот такой вот. Так, окей. Ну что, поехали, будем заниматься веселым делом. А под силу, как видите... С одной стороны, я изначально возмущался по поводу вот этой вот расстановки героя в алтаре, но сейчас мне это больше нравится. Почему? У меня все герои, которые имеют 20-й прорыв, они впереди. И это, в принципе, с одной стороны, правильно, удобно. Вы можете там прорывами себе отрегулировать, как вам надо героев, которых вы используете, не используете. Я это, в принципе, и сделал. Как видите, у меня уже основные все практически... которыми я пользуюсь, так более-менее семерки. Дальше пошли уже ронины. Я специально их качаю в последнюю очередь, чтобы они не мешались при выборе. То есть так вот очень даже, кстати, удобно. Но было бы еще удобнее, если бы они сделали какой-то фильтр. Ты можешь сам себе сортировать в алтаре героев, чтобы, соответственно, в разных локациях, таких как атака фортов, ты мог сразу же выбрать то, что тебе надо, сформировать пачку и побежать. В этом плане было бы еще удобнее.
Так, ну что, у меня все основные герои, сейчас вам даже алтарь покажу, сразу сделаем обзор ака. С девятками, то есть которых я использую, у них вкачаны, как видите, девяточки, я ими бегаю, тестирую. У части героев там вторые таланты не вкачаны, потому что я их практически не использую, смысла нет. Вот новый герой наш, один из которого мы будем сегодня пробовать получить, если получится. Никто не знает еще как, каким образом. Но все основные, как видите, тут с девятками, то есть такие вот сборочки. Это, скажем так, основа. Многие спрашивают, какие таланты ставить. Вот вы видите, что самое такое ходовое. Так. Его надо будет докачать. Башка. Вот Феникс 2, кстати, удобно, что у него скин сразу же на основном, на котором 20-й прорыв качнул. Такой же талантик нужно и все. Такс. Ну что, поехали, будем качать. Качать, как вы поняли, мы будем Ронинов и будем качать им 9-е скиллы. Потому что другого варианта как бы особо нет. Качать еще здание не хочу, ждать завтра тоже, в принципе, как вы знаете, иногда бывает, хочется сегодня и сейчас, и ты ничего не сделаешь, приходится качать то, что есть, поэтому мы вкачаем те таланты, которые есть. Я говорил вам, что это будет реально для многих шок, ну тут в принципе с камнями напряга нет. Давайте тут, где есть ожоги, стоят, включаем ожоги. Можно было и бы и всем сразу же ожоги качать. Ну, я как бы не заморачиваюсь, потому что скорее всего, что со временем я это просто солью. Солью в смысле героев. Почему? Потому что я, возможно, восстановлю гарнизон, посмотрю, как по силе. В принципе, она не столь важна, но, наверное, придется это сделать. Куча героев, которых вы еще на обзоре не видели. Хочется просто башенки посмотреть на максималке, что они смогут. Но это надо сначала изначально их будет прокачать. А потом уже будем определяться. Давайте тут такой талантик качнем ради интереса. Девятка, флешрон наш. Веселый он, конечно, с бегом. Пишите в комментах, каких вы героев хотите, Ронинов хотите увидеть на обзоре. Вообще, каких героев, но у меня желание немножко слить Ронинов и восстановить гарнизон. Но я буду силу держать в районе все-таки 900, ну, говорю 900, 700 к, поэтому надо будет копить камни, прокачивать прорывы. И постепенно сливать, переливать, не хочу сильно опускаться. Так. Давайте ракушку качнем еще одну. процентов на стан, тоже неплохо. Поэтому мы на финишной прямой. Давайте тут Виттлбун качнем. Посмотрим. На максималке тоже интересно, думаю, будет посмотреть. Так, с грубой, по-моему, тоже есть. Ну все, ребят, финишная прямая.
Как раз последний ронин, которого я оставил, я его не вкачивал. Почему не вкачивал, не знаю. Надо будет все равно его под нового героя сливать, либо не его. В общем, посмотрим. Вот так вот делаем. Все, можете меня поздравить. 700 тысяч силы и фул. Ну, как бы они и так были бы раньше уже апнуты, но я не стал их докачивать всех до максималки, то есть до девяток. Некоторые герои я качал, сейчас с камнями проблем вообще нет. То есть камни у нас уже не настолько дефицитные, как это было раньше. В принципе, так всегда. Как видите, еще и осталось вот 193 на 20 героев. И они будут еще добавляться. Ну, вот так вот. 700, и того за сегодня я, считайте, качнул 15 тысяч силы. Ну, 14 будем брать так. То есть 14 тысяч силы за один базар у нас получилось. Можно, конечно, где-то плюс-минус сейчас будет меньше качаться, но, да, и смысла дальше качать. Я хочу все-таки гарнизон апнуть ради башен, чтобы посмотреть. Тут скорость атаки увеличивается. Ну, стан увеличивается. Ну, то есть, я не знаю, в любом случае гарнизончик зеленых придется некоторых вернуть. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Сделали мы все-таки 700 тысяч силы. Всем удачи, всем пока.